Здравствуйте, 15 октября 2021 года. Это улица Тургенева. И это улица Горького Максима. Если по ней пройти, там будет площадь Ленина. Это памятник сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. А в советское время на этом месте стояла стела Горького. Сейчас она стоит вот там, подальше. Это завод бывший «Продмаш». Здание бывшего завода «Продмаш». Тут ресторан «Шаривари», где Грешилов Николай отмечал свадьбу. Не так давно. Часовня. Это, кажется, называется литературный сквер. А здесь территория двух музеев. Писателей Орловцев и музея Тургенева. Вот за забором. Я ее тоже как-то снимал. Ничего там особенного нет. В этом месте вот находится здание бывшего костела польского, то есть польский храм, церковь польская. Мы сейчас пройдем мимо него. А вообще тема этого ролика такая, что хочу просто пройти вот из оживленного места того, перекресток Максима Горького и Тургенева, через Васильевский мост, через реку Орлик перейти по мосту и попасть таким образом из города, из центра, так сказать, на лоно природы, потому что осень стоит золотая, очень красиво, температура градусов 10, вечер 15 октября. Это дом «Трилистник» советской постройки, ну, хороший такой дом, кирпичный. Так, это у нас стела Горького, которая была перенесена, я уже сказал откуда. Буревестник, птица, черной молнии подобный. Так, а это здание костела бывшего. Интересное такое здание. Это революционное. У нас улица 7 ноября. Улица 7 ноября. Там чуть-чуть виднеется Тургеневский мост. Так, продолжаем идти по улице Максима Горького. Тут был военкомат Советского района когда-то. Елочки высажены. Да, уже чувствуется приближение осени. Уже как-то холодновато становится после захода солнца вечерами. Сейчас мы с вами пройдем, спустимся по Бутискиной горе, так называемой Бутискина гора. Прям к Васильевскому мосту через реку Орлик. Помню, в детстве здесь гуляли. Когда я в школе еще учился, этого дома, конечно, не было. А были такие маленькие деревянные домики, частные, с огородиками. И люди там жили. Все это было довольно давно. Замечательный такой спуск Бутискина гора. Вот, мне нравится. Еще, видите, солнце блещет. Около 5 вечера. Еще солнце можно застать. Это прекрасно. Осень, солнце, листья. Классная погодка. И
Завтра тоже вроде денек такой многообещающий. Теплый будет. Сейчас мы с вами пройдем по Васильевскому мосту, который проведет нас от улицы Максима Горького на улицу Вторая Пушкарная. Спорткомплекс «Труд». Буддийская гора. Так, река Орлик наша замечательная. Здание детской больницы имени Крулова. Там дворянское гнездо, даже беседка виднеется. Очень красивое место. Отсюда тоже замечательный вид. О, вижу, еще уточки плавают. Что отсюда мы видим? О, какое домовладение роскошное. Такой лужок такой. Капиталистический. Классно. Плотик такой. Мощный. Виднеется собор Михаила Архангела. Кусочек Тургеневского моста. А это называется, раньше был правый берег Орлика, сейчас это набережная Есенина называется. Вот такой замечательный вид расстилается тут. Васильевский мост. И улица Вторая Пушкарная. Ну вот, собственно, и все. Спасибо вам за просмотр. Пишите комментарии. С вами был Дмитрий из Орла. Вот такой осенний ролик.